Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. 9 объектов городской недвижимости выставят на торги в ноябре. Сумма, которую муниципальные власти планируют выручить от продаж, превышает 30 миллионов рублей. Самым дорогим лотом является имущественный комплекс на Базовой, который власти пытались продать неоднократно. В него входит несколько зданий общей площадью более 2500 квадратных метров и земельный участок. Начальная стоимость лота составляет 15 миллионов 800 тысяч рублей. На аукцион также выставлены здания и помещения на улицах Сутырина, Сурикова, Римы Яровской, на улицах Ленина, Комсомольской и Индустриальной в Нововятском районе Кирова. Торги состоятся 21 ноября, уточняет Айкиров.ру. Заявки на участие можно подать до 13 числа следующего месяца. Дайджест недвижимости. Приставы разыскивают застройщика жилкомплекса «Уютный», незаконно возведенного на улице Щерса. Трехэтажную постройку ожидает снос, сообщает пресс-служба ведомства. В здании по адресу Щерса 127К 53 квартиры, покупатели которых в свое время не учли, что объект возводится без должного оформления. В 2011 году разрешение выдавалось на строительство индивидуального жилого дома. Однако в 2013 году стало известно, что по указанному адресу появится ЖК «Уютный» – трехэтажный кирпичный дом, где на продажу выставлены комнаты и квартиры-студии. В мае этого года Ленинский районный суд постановил снести объект, а областной суд оставил это решение без изменения. Тем не менее, жители всеми силами пытаются отстоять права на свои квадратные метры. В минувшие выходные они участвовали в пикете обманутых дольщиков у администрации города. Дайджест недвижимости. Строительство жилого комплекса для вегетарианцев анонсировали в Петербурге. Квартиры там могут получить только те, кто не ест мясо и не имеет вредных привычек. На территории предусмотрена парковка, зал для занятий йогой, велодорожки, в планах собственная школа и детский сад. На сайте застройщика говорится, что проект предусматривает строительство 7 домов с мансардой. В каждом будет порядка 30 квартир. Однушка площадью 45 квадратных метров без отделки стоит около 3 миллионов. 300 тысяч рублей. Планируется, что комплекс полностью сдадут к 2019 году. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.